В самарской школе учебный день начинается стандартно с термометрии. Это одно из требований Роспотребнадзора, по которому образовательные учреждения абсолютно точно будут жить первые 4 месяца этого учебного года. Приходят дети в школу в разное время. За каждым классом закреплен свой кабинет, и у каждого класса свое расписание уроков, чтобы минимизировать большие скопления детей в коридорах. Ученики могут носить маски по желанию. Все сотрудники школы используют средства защиты во внеурочное время. На занятиях маски можно снять. К новым требованиям за первый учебный месяц уже привыкли. Самое главное – это сохранение здоровья и учеников, и учителей, семей наших. Вот. Поэтому ограничения, они сильно не влияют, они никаким образом не мешают нам существовать. Поэтому, в принципе, положительно достаточно мы оцениваем это все. Все делается для нас в первую очередь. Один раз в неделю в школе обязательно проводят генеральную уборку помещений. Ежедневно делают влажную уборку с применением дезинфицирующих средств. Детей приучают следить за личной гигиеной, чему очень рады родители. Они дисциплинированно обрабатывают руки, моют их. Вот поэтому классы проветриваются. Обязательно есть обрабатывающий специальный аппарат. То есть я очень довольна. При этом меры безопасности никак не повлияли на образовательный процесс, говорят в школе. У нас, конечно же, изменения произошли, да, но не в плане образовательной программы. То есть вся образовательная программа реализуется в полном объеме. Мы не сокращаем ни количество часов, не изменяем ни количество тем. Все, что положено по программе по образовательной, каждый ребенок получит в полном объеме. Если в классе каждый 5-й ребенок болеет гриппом или ОРВИ, весь класс переводят на дистанционное обучение. Пока в регионе на карантин ушли 169 классов в 57 школах. Светлана Кудрявцева, Владимир Постников. События.